С конца апреля в Чебоксарах запустили садовые маршруты. Об организации пригородных перевозок и других сезонных задачах говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. Всего по республике в течение года курсирует более 20 пригородных и 5 городских маршрутов. Но весной потребность в дополнительных автобусах значительно увеличивается. С 28 апреля дополнительно открыли 10 садовых маршрутов. Это больше, чем в прошлом году. Увеличивается и пассажиропоток на других видах транспорта. У нас активно пользуются наши граждане пригородным пассажирским железнодорожным транспортом. Как раз майских праздников стали активно передвигаться пассажиры до садоводческих товариществ на железнодорожном транспорте. И с 1 мая открыто пригородное сообщение на прогулочных рейсах на водном транспорте. А с 1 июня по соглашению, которое Рейчпорт заключает с городом Чебоксары, с 1 июня начнутся перевозки до Сосновки. Весной работы прибавляются не только у дачников, но и у дорожников. В период таяния снега, паводка, на некоторых дорогах республики появились серьезные дефекты проезжей части. В этом году в связи с большим количеством снега в части региональных дорог есть, даже там, где были проведены ремонтные работы, определенные разрушения полотна, пучинистость серьезная. Подрядчики с пучинистостью реально борются. Это на автодороге Аниш, это на дороге Шихазана-Калинина, 5-6 мест таких нехороших. Глава республики Михаил Игнатьев акцентировал внимание на том, что все дефекты необходимо вовремя исправлять. В ближайшее время масштабные строительные работы начнутся по всей республике. Чувашия участвует в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому в регионе должна повыситься безопасность дорожного движения, уменьшится количество дорожно-транспортных происшествий, отметил глава республики. Более 5 миллионов штук стандартов.